В теме спорта в Санкт-Петербурге завершился турнир по ММА. Воспитанники тренера Алексея Покровского смогли привезти целый набор медалей. Наша съемочная группа познакомилась с юными бойцами. Ирина Михайлиди на татами ничуть не уступает крепким мальчишкам. Недавно девочка привезла золотую медаль с престижного турнира по ММА, который проводился в Петербурге. По словам спортсменки, занятия единоборствами придают ей смелости. Она запросто может постоять не только за себя, но и за сестру. Успешное выступление на соревнованиях смогли укрепить веру в себя. Ожидала, что победишь? Да. Почему ты так уверена в себе? Потому что сильно готовились, была уверена. Добиваться высоких результатов помогают не только усердные тренировки, но и примеры кумиров. Ребят мотивируют спортсмены ММА с мировыми именами. Кто тебя вдохновляет? Хабиб. И когда ты смотрел последний бой Хабиба Нурмагомедова? Недавно. Ты за него все болеешь, да? Да. Команде «Заполярье» удалось отвоевать у сильных соперников внушительный список наград. 20 медалей, 5 из которых золотые. Тренер Алексей Покровский по праву может гордиться воспитанниками. Ведь именно ему удалось зажечь спортивный азарт в молодых чемпионах. Ребенок не сможет делать с удовольствием то, что не понимает и то, чего не хочет. А чтобы он этого захотел, ему нужно поставить правильные примеры в жизни. Смотреть с ними правильные фильмы, разговаривать о героях, ставить цели, научить их эти цели достигать. И тогда все будет идти по плану. В достигнутых результатах бойцы останавливаться не намерены. Впереди долгие тренировки, подготовка к следующим состязаниям и, конечно, новые победы.